Валерия Ходос родилась 19 ноября 1986 года в Киеве. Детские и юношеские воспоминания Валерии связаны с выступлениями на сцене. Сколько себя помнит, она пела в хоре, занималась в драм-кружке, окончила музыкальную школу по классу фортепиано. И сейчас, когда есть свободное время, она с удовольствием садится за инструмент. Актрисой Валерия решила стать в 10 классе, когда посмотрела спектакль «Мастер и Маргарита» в театре имени Франко. Школьницу настолько потрясла атмосфера на сцене и в зале, профессионализм и чувственность актеров, что желание оказаться за кулисами было непреодолимо. Валерия вспоминает, что в тот момент поняла ее место рядом с ними, на сцене и в гримерке. После школы она подала документы в Киевский университет театра и кино и поступила с первого раза. В 2009 году Валерия окончила университет и пришла работать в молодой театр в Киеве. До третьего курса университета студентам сниматься запрещали, да и сама Валерия не думала о кино. Ее мысли занимал театр. Но однажды в группу заглянул ассистент режиссера, чтобы сфотографировать студентов для базы киноактеров. Валерия не хотела фотографироваться, но кадры с ней все же сделали. Фоном выступала серая стена у буфета. Сама Ходос на фотографии была без макияжа, без прически, в джинсах, в повседневном образе. Этот снимок разошелся по актерским агентствам. Вскоре ее пригласили сняться в эпизоде картины «Тайны святого Патрика». Ей нужно было красиво покрутиться в платье перед камерой, что она и сделала очень технично. За этот эпизод Валерии заплатили приличный по тем временам гонорар – $100. Затем были другие маленькие роли. Марина в «Силе притяжения», Оксана в картине «Совсем другая жизнь». В 2013 году Валерия снялась в криминальном сериале «Ловушка». Это была ее первая большая роль в кино. А через два года она снялась в сериалах «Евросиня», «Ветреная женщина», мелодрамах «Враг номер один» и «Плохая соседка». В картине «Плохая соседка» она работала с Анастасией Задорожной. Зрителям игра Валерии понравилась и запомнилась. Весной 2015 года актриса начала сниматься в украинском сериале «Клан ювелиров». Но ее самый крупный проект – украинский 100-серийный фильм «Не зарекайся», в котором девушка играет главную роль. В нем Валерия играет девушку со сложной судьбой, которая провела 15 лет в тюрьме. Актриса говорит, что такую трагическую роль ей прежде играть не приходилось, поэтому перед съемками и во время них она пересмотрела фильм и хроники о женщинах-заключенных, постоянно советовалась с режиссером, чтобы тонко и точно передать чувство героини на экране. На личную жизнь у Валерии почти не остается времени, ведь иногда бывает так, что ее рабочий день начинается в 6 утра и заканчивается в 11 ночи. А даже выпадают дни отдыха, актриса занимается йогой, бегает в парке, а также катается на велосипеде. Ее любимым занятием является игра на фортепиано. Однако не всегда удается выбрать время для этого. Ходос не любит тусовок и ночных вечеринок, так как для нее очень важно хорошо высыпаться, чтобы в кадре выглядеть всегда свежей и быть в отличной форме. Ее друзья тоже актеры, поэтому собраться вместе всегда нет времени. Большое значение для Валерии имеет семья и родные люди. И когда с ними все хорошо, она чувствует себя спокойной и счастливой.